Начало специальной военной операции в прошлом году внесло свои коррективы в работу сотрудников и военнослужащих подразделений Управления Росгвардии по Самарской области. Они принимают активное участие в защите населения Донбасса и приграничных территорий России. На сегодняшний день за проявленное мужество и доблесть при выполнении служебно-боевых задач в рамках СВО государственным наградам представили свыше 130 сотрудников управления. Александра, который принимал участие в спецоперации, наградили почетным знаком губернатора Самарской области за служение людям. Вместе с сотрудниками ОМОНа настрой у нас отличный. Будем работать до победы. Наряду с сотрудниками и военнослужащими управления в работе совещания приняли участие руководители федеральных и региональных структур региона, представители гражданского общества и СМИ. Специально для участников собрания была организована выставка снаряжения и оружия. Используется для досмотра помещений, когда территории участка являются опасными. Благодаря слаженной работе подразделений, Самарское территориальное управление обеспечило выполнение всех поставленных задач и вошло в тройку лидеров Приволжского округа Росгвардии. На нашу повседневную деятельность наложились события по выполнению специальных задач специальной военной операции. При этом мы отчетливо понимаем, что кроме задачи специальной военной операции, задачи по поддержанию правопорядка на территории Самарской области с нас никто не снимал. Поэтому вместе с заинтересованными правоохранительными органами мы сделали все для того, чтобы эту безопасность людей обеспечить. Сотрудники специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области в течение года оказывали содействие своим коллегам из ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, таможни и полиции. Задачи были разные – задержание преступников, проведение оперативных мероприятий и следственных действий. Всего состоялось более 1300 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений было задержано более 180 человек. А благодаря работе вневедомственной охраны Росгвардии было пресечено свыше 1500 правонарушений. В ходе несения службы на маршрутах патрулирования выявлено 197 лиц, находящихся в розыске. В течение года подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии провели более 70 тысяч проверок владельцев гражданского оружия. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.